Вы не можете, вы не организатор по природе, вы идеолог. Вот как девушка, вот женщина искала, ну как бы, вы вот тот, кого она ищет, но может быть не совсем такой человек по качествам, но понимаете, есть два типа руководителей. Одни должны командовать процессом и налаживать его, а другие должны его развивать. То есть вы не сможете сами организовать процесс, вы можете войти только в команду к тому, кто его организовал. Если вы будете организовывать, то вы не сможете руководить людьми, потому что ну, у вас нет этой силы. У вас есть сила видеть бизнес и понимать, как его делать, куда направить. А вот руководить и отлаживать процесс у вас нет силы. Кроме того, люди вашего плана, они не могут беречь деньги. Если вы возьмете деньги в кредит, они будут уничтожены тем, что вы сделаете с ними. А люди, которые умеют держать деньги и людей, это другая природа. Вы руководитель по природе, но не тот, который сам должен организовывать свою деятельность. Надо входить в деятельность как человек, который может или в связке с кем-то работать. Спасибо. Но имейте в виду, что все, что я сказал, это не означает, что вы должны немедленно это делать начать. Вы должны еще понять, насколько вы способны. И вот эта лекция для вас в этом плане будет предназначена.